Привет, ребята! Меня зовут Зарина. Я расскажу вам, как мы защищаемся от новой коронавирусной инфекции и гриппа. Постарайтесь не ходить в места, где собирается много людей. Если вам действительно нужно выйти, тепло одевайтесь. Не забудьте вымыть руки с мылом, когда вернетесь домой. Держитесь подальше от кого-то, кто чихает или кашляет. Если вы чихаете или кашляете, закройте рот и нос салфеткой и сразу же положите ее в мусорное ведро. Или вы можете чихать и кашлять вот так. Ребята, обязательно поделитесь этим с родителями, братьями, сестрами и друзьями.